Так, я считаю, что лидеры Донецкой и Луганской республик поступают верно, и они защищают свою территорию. На самом деле они стараются сделать так, чтобы жертв было меньше на их территории, и они просто защищают свое население. И за это им нужно сказать огромное спасибо. И я считаю, что вообще нужно Восточную Украину присоединить к России. И, возможно, в будущем так и произойдет.